Бесплатная стоматологическая помощь детям сельской местности. Более 100 школьников из села Цыганеж Страшенского района в течение 2 дней будут посещать стоматологов, которые посетят учебные заведения. Родители инициативу приветствуют и говорят, что эта акция избавит их от дополнительных расходов и походов в стоматологии. Несколько родителей решили присутствовать вместе с детьми на консультациях. Одна из наших собеседниц, мама 4 детей, говорит, что бесплатная стоматологическая консультация весьма кстати. Очень хорошо приезжает бригада, чтобы проверить наших малышей, за это мы благодарны. Также дают нам советы, что и как делать дальше. Мы видели, что вы вышли с улыбкой. Да, потому что все хорошо. Консультация стоит денег, поэтому приветствую эту инициативу. Вы были здесь с ребенком. Какие проблемы выявили? Смотрят на постоянные зубы, покрывают их гелем. Врачи начинают работу с утра. Где надо, консультируют, где нужно, подлечивают. Чаще всего мы сталкиваемся с кариесом. У каждого 2-го ребенка кариес временных зубов. Но зачастую сталкиваемся и с кариесом уже постоянных зубов в достаточно молодом возрасте. Вот почему мы здесь. Мы уделяем особое внимание постоянным зубам. Для ситуации, которую мы не можем решить здесь, выписываем рекомендации, направления к врачу, чтобы родители знали, что эти зубы нужно лечить. Я уже была на такой процедуре. Все прошло хорошо. Врачей не боишься? Сначала боялась, но поборола свой страх. Предложение очень выгодное и интересное для нас, потому что процедуры в стоматологии не бесплатные. Не боишься врачей? Нет, я часто у них бывал, поэтому чувствую себя как дома. Каждый должен регулярно проходить обследование, чтобы убедиться, что все в порядке. И особенно, если оно бесплатное и доступно каждому. Как ты ухаживаешь за своими зубами? Чищу утром и вечером, иногда и после еды. Не ем определенные продукты, которые могут повредить зубы. В гимназии Цыганеж учатся 170 школьников. По словам директора, всего обследования пройдут более 100 детей, родители которых дали письменное согласие. Нас оповестили, мы получили циркуляр от управления образования Страшенского района, также распоряжение. Мы проинформировали родителей, классные руководители составили списки, разослали родителям, те дали согласие. В прошлом году около 11 тысяч детей из 140 сел страны воспользовались бесплатными стоматологическими услугами на сумму более 4 миллионов леев. Средства покрыла национальная компания медицинского страхования. На этот год выделено более 5 миллионов леев.